В тысячелетней истории города над Бугом дата 15 октября 1942 года стоит особняком. 76 лет назад немецкие оккупанты уничтожили всех жителей еврейского гетто в Бресте. В трагический день не только для еврейской истории, но и белорусской к памятнику, установленному на пересечении улиц Куйбышева и Дзержинского, пришли представители Брестского областного и городского исполкомов, дипломатического корпуса, общественных организаций. Беларусь – страна многонациональная и многоконфессиональная, и наша задача – сохранить эти теплые братские чувства и сохранить добрые отношения между людьми, которые живут в нашем обществе, независимо от их взглядов, национальности. В Брестском гетто к октябрю 1942 года насчитывалось до 20 тысяч человек. За два дня всех его обитателей вывезли в урочище Бронная гора в Березовском районе и уничтожили. За полтора года в Брестском гетто погибло почти 34 тысячи жителей еврейской национальности. Сегодня сохранение памяти о той трагедии – главная воспитательная задача для молодого поколения. Это нужна память всем. Об этом говорит наша главная книга Тора. Мы должны помнить всех тех, кто находится там, ушел туда по-своему, точнее, или как жертвы фашизма, жертвы людей, жертвы тех, кто потерял всякую человеческую сущность. А молодежи это нужно особенно. Потому что молодежь должна знать об этом, помнить, чтобы это никогда не повторилось. Вместе с тем трагедия Брестского гетто – назидание потомкам. Потому что в наши дни актуальность событий, происходящих в политической, национальной и религиозной сферах жизни наших стран-соседей, заставляет задумываться о будущем. Трагедия Бреста, она настолько трагична, простите за тавтологию, что об этом надо рассказывать. Это об этом надо людям говорить, об этом надо говорить молодежи, об этом надо рассказывать в прессе, об этом рассказывать во всем мире. Потому что сегодня, мне кажется, Холокост, он не закончился как таковой. Ведь Холокост – это не только память о прошлом, Холокост – это память о будущем. Мир сегодня нестабилен. Опять происходят какие-то взаимные притязания одного народа к другому, одной религии к другой. И если напоминать постоянно о той трагедии, которая произошла, я думаю, что люди способны усваивать информацию и как-то задумываться о том, чтобы где-то остановиться. Ирина Аршава, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.